Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами будем готовить свинину по-домашнему. Нам понадобится 2 килограмма свинины. Режем ее на крупные кусочки. Примерно такие, если бы вы делали шашлык. Складываем в емкость, посыпаем солью, перчим, добавляем кориандр. Все хорошо перемешиваем и оставляем в холодильнике на 2 часа. Здесь у меня уже свинина заранее подготовленная, разрезанная и приправленная. Прошло 2 часа, и сейчас мы будем ее жарить.